Dear participants, guests of... Уважаемые участники, гости следующей сессии нашего ГСД, виртуальный элемент, сессия 5 по влиянию диаспоры на климат ESG и инвестиции. Я с удовольствием открываю эту сессию для участия всех, кто к нам присоединился сегодня из разных стран мира, потому что мы подготовили очень интересный контент для вас, которым мы с вами поделимся. Подготовили очень интересных экспертов, которые будут обсуждать эту очень свежую, интересную тематическую область. Итак, действительно, мир, как мы знаем, надеемся, переходит от пандемии COVID-19 и задается вопросом, мы переходим к чему? Как вы видели в вспомогательном документе для этой сессии, мы сегодня хотим с вами обсудить вопрос будущего. Как можно двигаться вперед к более позитивному будущему и как можно это делать вместе с общинами диаспоры, которые становятся очень важным партнером в контексте серьезные турбулентности, больших потрясений, но и также новых возможностей. Действительно, сегодня мы будем с вами обсуждать влияние диаспоры и как они могут думать о новых способах мышления и действий, а также о новых стратегиях вовлечения диаспор, их роль, влияние на изменение климата, на социальные управленческие вопросы, и сегодня находится в зачаточном состоянии, но сейчас диаспора может стать самым большим потенциалом для сектора взаимодействия диаспор в течение следующих десятилетий. Посмотреть на то, что они могут привлечь в финансовую индустрию, в социально-корпоративную ответственность и так далее. То есть влияние инвестиций диаспоры может быть очень эффективным. Например, инвестирование, импакт-инвестирование, когда люди пытаются привлечь инвесторов в различные отрасли, в различные страны. То есть, что значит импакт-инвестирование? Не только извлечение финансовой прибыли, но и придание каких-то позитивных факторов обществу, росту, без негативного влияния на окружающую среду. Это очень важный вопрос, который сегодня действительно стоит первым на повестке дня по поводу на фоне выхода из пандемии 19. То есть мы должны инвестировать не только в социальные системы, но и таким образом, чтобы не наносить вреда окружающей среды, для того, чтобы создавать так называемые зеленые рабочие места. Итак, сегодня целый ряд вопросов, которые мы будем рассматривать. Я только что перечислила первое. Какие стимулы могут существовать? Какие стимулы могут создавать правительства для того, чтобы привлекать диаспору в торговлю, в инвестиции? То есть, что могут делать правительства, администрация? Второе. Какие структуры и организации должны быть вовлечены в этот процесс для того, чтобы продвигать эту работу, для того, чтобы расширять эти возможности, для того, чтобы гармонизировать вклад диаспор в борьбу с климатическими изменениями и в управленческие, природоохранные и другие вопросы? Какие вызовы стоят перед этим процессом? Какая будет роль следующих поколений? Это большие вопросы. У нас времени не очень много, но у нас целый ряд очень опытных аналитиков, экспертов, которых мы собрали здесь. И с удовольствием представлю вам правительство Фиджи, которое является одним из соорганизаторов сегодня. И они первыми выступят перед нами для того, чтобы рассказать нам и начать эту дискуссию, этот диалог. Кроме Амелии Амайсавай, директор Фиджи по эмиграции и иммиграционным вопросам, она будет одним из соорганизаторов сегодняшней сессии. У нас имеется еще один очень важный партнер организации Фрида Тарангви, организатор, создатель CD Circle. После этого мы выслушаем или вы посмотрим интересный видеоролик из Фиджи, а затем перейдем к интерактивной дискуссии со всеми участниками сегодняшней сессии. Итак, без промедления хочу передать слово Амелии Камайсавай. Мы хотим послушать ваш опыт, то, что вы хотите сегодня сказать по поводу нашего саммита. Итак, вам слово, Амелия.
закрыть микрофон. Амелия, мы не слышим вас, потому что у вас не открыт микрофон. Может быть, я могу это сделать? Итак, влияние диаспоры, правительство Фиджи. Добрый вечер. Приветствие от Республики Фиджи для начала нашей дискуссии. Влияние на изменение климата, ESG и социальные корпоративные управленческие вопросы, инвестиции. Очень плохое качество звука. Этот саммит дает нам хорошую возможность такого холистического, всестороннего подхода на влияние и вовлечение диаспоры в эти области. Итак, в основе взаимодействия с диаспорой лежит связь и культивирование чувства принадлежности. Диаспора обычно мотивирована к инвестированию в свои страны своими семьями, чувством лояльности, сопереживания. Диаспора влияет на инвестиции, обеспечивает возможности трудоустройства и повышает уровень жизни в стране происхождения. Богатство возможностей для обучения и обмена навыками между предпринимателями из диаспоры и начинающими предпринимателями в стране происхождения. То есть вы видите, как можно передавать умения, навыки, знания от диаспоры, принимающей стороне, в стране назначения. Здесь, на этой сессии, мы сможем с вами обсудить, а также научиться друг у друга, какие стоят вызовы для того, чтобы привлекать инвестиции. На этой карте вы видите, где находится фиджийская диаспора, где они. Большинство, они проживают в Австралии, в других странах. Существуют кластеры в США, Великобритании, в Канаде, во Франции и в некоторых других странах, например, в таких странах, как Китай, Япония, Индонезия. Организации фиджийской диаспоры, как они организованы? Есть формальные зарегистрированные организации с членством, есть религиозные группы, есть местные сообщества в данном городе или в данной области. Затем есть сети выпускников школ в системе образования, например, в Великобритании. Также есть конфедерации, такие как в Великобритании. Последнее исследование показало, как они взаимодействуют с Фиджи. И здесь вот у нас картина того, как эти взаимодействия происходят. Это в основном культурная область, участие в организациях диаспоры, празднование дней Фиджи, празднование различных культурных мероприятий, проведение культурных мероприятий, праздников. Они также посылают денежные переводы для поддержки семей дома, для поддержки друзей и сообществ. Они активно принимают участие в благотворительной деятельности, филантропии через фандрайзинг, например, в Австралии, или делают прямые пожертвования на Фиджи. Некоторые инвестируют дома в создание малых и средних предприятий или реагируют на стихийные бедствия. Они также возвращаются домой для того, чтобы делать, и потом делают инвестиции в туризм или иногда возвращаются постоянно, на постоянное жительство. Влияние изменения климата на Фиджи. Фиджи – это остров в Тихом океане и особенно подвержен влиянию изменений климата. Существуют большие проблемы, связанные с ураганной деятельностью, цунами, солеными водами, которые проникают на сушу, наводнениями, а также засухами. Изменение климата и стихийные бедствия на Фиджи – это такой цикл деструктивной природной деятельности, который приводит к бесконечному циклу бедствий и чрезвычайных ситуаций на Фиджи. Очень-очень плохо слышно. Это влияет и на жизнедеятельность людей, разрушает инфраструктуру, такую как мосты, дороги и так далее. Фиджийцы уже привыкли к тому, что они живут на достаточно нестабильном острове.
Фиджи возглавили КОП-23 и говорили, что пока мир не будет решительно действовать для того, чтобы справляться с этим величайшим вызовом нашего времени, климатическими изменениями, будут страдать сообщества, будут страдать страны. Фиджийская диаспора — гуманитарный ответ или гуманитарная реакция. Фиджийцы, тихоокеанская диаспора, мотивированы, имеют большую мотивацию оказывать поддержку по следующим причинам. Из-за того, что у них имеются семьи Фиджи, из-за чувства солидарности, из-за чувства эмпатии, из-за их лояльности своей родине, стране происхождения. И, конечно же, общей ответственности за то, что происходит. Через программы, проекты, через различные программы и структуры реконструкции, восстановления экономики, реабилитации и так далее. Как я уже сказала, тут имеют роль такие факторы, как чувство солидарности, чувство ответственности за то, что происходит на Фиджи. Теперь я хочу сосредоточить ваше внимание на денежных переводах диаспоры. Посмотрите, с самого начала эти переводы играли большую роль в экономике страны. Их можно разделить на три типа. Личные переводы, переводы мигрантов, переводы выплаты вознаграждения различным работникам. И это 4.8% ВВП Фиджи. Персональные переводы постоянно растут с 2011 года до сегодняшнего дня. А вот выплата вознаграждения работникам, наоборот, падает из-за последствий COVID-19. Общая сумма всех переводов очень большая. Например, студенты 7,6 миллионов. Большинство из таких переводов поступает из Великобритании, Австралии, США и других стран. С февраля по апрель 2020 года из-за интенсификации пандемии COVID-19 поток переводов стал спадать. Но первые месяцы после пандемии количество переводов и объем переводов стал возрастать вновь. То есть ежемесячные переводы постепенно нарастают. Рекордная цифра была достигнута в октябре. Очень трудно слышать, что говорит выступающая, потому что звук все время прерывается. Из-за ограничений в локдауне в Великобритании, в США и в других странах многие мобильные операторы перестали предоставлять свои услуги. Итак, теперь переходим к следующему слайду. Правительство Фиджи признает важную роль денежных переводов в экономике страны на национальном, региональном и местном уровнях. Какие стратегии взаимодействия с диаспорой использует правительство? Культурные мероприятия, например, Таланоа, сессия диалогов, специальные мероприятия, посвященные Дню Фиджи, взаимодействие с сообществом на неформальном общинном уровне, официальные мероприятия, торговые выставки или ярмарки, помощь правительству Фиджи и международные мероприятия. И, наконец, важная просветительская деятельность, информационная просветительская деятельность. Как я уже сказала, очень важны общинные мероприятия, взаимодействие с сообществом, неформальный подход. КОП, например, был одним из важных мероприятий международного характера. Фиджийская диаспора в Верховной комиссии Великобритании играет очень важную роль. Таким мостиком служит между диаспорой и страной происхождения. И затем, конечно же, вручение всяческих наград, которые тоже имеют такое просветительское направление и приверженность работы с диаспорой. Фиджийцы создают специальную хорошую среду для того, чтобы
диаспора могла вовлекаться в инвестиции. Прежде всего, двойное гражданство для фиджийцев, которые проживают за рубежом. Безвизовый режим, специальные скидки для инвестиций, специальные проекты для фиджийской диаспоры, различные поблажки с точки зрения миграционного законодательства, онлайновая регистрация бизнесов, как я уже сказала, сессии Телано, диалога. В Австралии инвестиции диаспоры составляют 16,5% всех респондентов, сказали, что они раньше инвестировали в Фиджи. Ключевые сектора инвестиций диаспоры – это недвижимость, сельское хозяйство и туризм. На этом слайде мы видим два примера влияния диаспоры. Онлайн-опрос диаспоры, как я уже сказала, значит, наша ассоциация фиджийских пенсионеров создала фонд помощи пострадавшим от стихийных бедствий, который поддерживает людей, пострадавших от стихийных бедствий на Фиджи. Фонд финансировал строительство материалов для 25 фиджийских фермеров на сумму 1400 австралийских долларов. Также пример семейных связей. Теперь, как двигаться вперед? Надо усиливать институциональное и лидерское развитие, укреплять дипломатию и диалог диаспор, а также осуществлять коммуникационную стратегию, в которой будет четко изложена ключевая информация, такая как помощь или поддержка необходимой стране происхождения, что позволит обеспечить целенаправленный ответ со стороны диаспоры. Существуют стимулы для поощрения инвестиций диаспоры. В них входят диаспоральный туризм, рынок фиджийской диаспоры и, наконец, фонд диаспоры. Например, такой пример такого фонда – это фонд Тиахианской диаспоры, который существует, где действительно привлекаются большие средства для инвестиций в Фиджи. Вот этот рынок фиджийской диаспоры является очень важной платформой для привлечения представителей диаспоры к работе с фиджийскими торговыми и промышленными предприятиями, фирмами, бизнесом. Звук исчез вообще. Большое спасибо, Амелия, за такой всеобъемлющий обзор всех ваших инициатив и роли диаспоры. Роль диаспоры, которую они играют в экономике, в инвестициях, но также для поддержки семей. Вы показали несколько слайдов, которые отражают вот эту тенденцию персональных переводов, семейных переводов. Мы понимаем роль диаспоры, ее вклад мигрантов. Мы знаем, что это только не ограничивается переводами, но это что-то конкретное, вклад в экономику страны. И особенно это повлияло, мы знаем, как пандемия повлияла на поток переводов негативно, и мы смотрим, как выход из пандемии помогает восстановить прежние связи и восстановить прежний уровень переводов. Мы слышали сегодня очень много замечаний, которые касаются того, что не только описание того, что делает диаспора. Очень важно вести диалог с диаспорой, и вы показываете, какой у вас активный диалог, какое у вас активное взаимодействие происходит с диаспорой. Большое спасибо. А теперь хочу передать слово нашему ключевому сегодняшнему докладчику Фрида, наш партнер. Пожалуйста, Фрида, большое спасибо. Теперь хочу передать вам слово. Очень будет интересно послушать ваш опыт, ваши идеи о том, как все может происходить с точки зрения влияния на изменение климата, на инвестиции, импакт инвестиций и так далее. Большое спасибо, Марина. Марина не сказала, что я на самом деле болею. Я не знала, стоит ли об этом говорить. Я хотела, чтобы вы сами об этом сказали. Большое спасибо, Марина. Да, я сегодня больна.
я почти что решила не принимать участие в этом форуме. Я, наверное, немножко не похожа на себя, потому что чувствую себя плохо, но постараюсь активно принять участие в сегодняшней сессии. Сначала хочу показать вам свою презентацию, вывести ее на экран. Минуточку. Что особенно мне сегодня нравится? Эта тема очень близка мне самой. Это влияние диаспоры на изменение климата, на ESG, это инвестирование в охрану окружающей среды, социальную сферу, корпоративное управление и импакт инвестирования, потому что тут увязаны очень многие нити. С одной стороны, инвестирование, с другой стороны, изменение климата, с третьей – этический климат и капитал с совестью. И я очень рада, что я присоединилась к вам сегодня. Лучше всего, наверное, начать с того, что представлю вам нашу компанию или фирму Zidi Circle. Это фирма, которая управляет диаспорой в Нидерландах. Я увидела, что существует пробел, который можно заполнить, предпринимательский пробел. И мы решили укрепить вот эту предпринимательскую основу инвестиций через привлечение глобальной диаспоры в инвестиции в небольшие, средние и малые предприятия в Африке. Мы знаем, что там нужны инвестиции, и мы знали, что это будет хороший способ внести свой вклад в наши страны происхождения не только деньгами, но и знаниями, но и навыками. И поэтому сегодня я буду как раз об этом рассказывать. Я сегодня говорить буду не от имени главного управляющего директора, которым я являюсь, но от имени самой диаспоры. Расскажу о прогрессе, которого мы добились. Итак, мы создаем специальные обучающие лагеря для предпринимателей. Мы систему наставничества внедрили, специальные обучения для ангелов инвестиционных, для управления инвестициями. Мы также сводим бизнесы и возможных инвесторов воедино в Гане, в Эфиопии, в Кении. У нас совершенно конкретные программы, разработанные в разных странах, в Нидерландах, в Германии, в Гане, в Эфиопии, в Кении. И коллективно мы создали инкубаторы для предпринимателей из 15 стран, с 4 континентов. Конечно, перед нами до сих пор стоит много вызовов. Понятно, что мы можем и пытаемся привлекать капитал, но иногда в существующих условиях это бывает очень сложно сделать, существуют разные препятствия и вызовы, поэтому не могу сказать, что все так гладко происходит. И вот надо сказать, что наши в основном все проекты, программы сосредоточены в Африке, особенно в Восточной Африке и в Африке. И в Акре. Почему именно там? Потому что там не хватает инвестиций, потому что там не хватает финансирования, особенно на уровне малых и средних предприятий. И диаспора помогает заполнить этот пробел. Тут у нас есть конкретные программы и проекты, которые мы разрабатываем, привлекая диаспору. В Германии мы программы реализуем в Гане, Эфиопии, Кении. Мы очень горды тем, что много участников из разных стран. И, конечно, мы сотрудничаем с разными странами, с разными континентами. Я не буду занимать много времени. Хочу лишь сказать, что сегодня мы должны поговорить о двух очень важных темах. И программы для предпринимательства. То, с чего мы начали, это помогло сформировать большое количество новых предпринимателей в диаспоре благодаря нашей поддержке. И, кроме того, программы для предпринимательства в диаспоре. Это важные программы.
нельзя обеспечить инвестиции, если у нас нет структурного подхода, обучающего подхода. Потому что, ну, важно понимать, что такое инвестиции, как можно обучать людей предпринимательству, инвестициям. Не буду подробно останавливаться на предпринимательстве. Есть определенный потенциал развития предпринимательских навыков в диаспоре. Это очевидно. И сейчас я, например, будет лето, люди пойдут на пляж. На пляже очень много пластиков. Вот что с этим можно сделать? Например, вот предпринимательская идея. Мы используем пластик, но мусор оказывается не в том месте и плохо влияет на окружающую среду. Очень многому можно научиться у диаспоры. Накоплен огромный объем знаний. И даже если вы даете какой-то компании, стартапу, много денег, но эта компания плохо управляется, если нет других ресурсов, кроме денег, ну, тогда бизнес просто не взлетит, не заработает. И конечно, я не буду здесь подробно говорить о денежных переводах, ну, небольшая статистическая информация по Африке. Это объемы денег, которые перечисляются в Африку. Нигерия – около 17 миллиардов долларов, Гана, Кения. Ну, вы сами видите цифры. И что мы можем сделать, чтобы эти денежные средства использовались ради улучшения экономики, для улучшения качества жизни? И поэтому я расскажу о программе Green Venture Back. Этот проект изначально был запущен Европейским Союзом при поддержке других партнеров, в том числе посольством Нидерландов в Гане и так далее. Эта программа направлена на то, чтобы повышать потенциал зеленой экономики, развитие бизнеса. Это важно для того, чтобы помочь бизнесам развиваться, для того, чтобы Гана стала более зеленой страной, не только Гана, и вся Африка. Мы эту программу активно развиваем. Мы действительно хотим внести в диаспору новые знания. Мы хотим, чтобы диаспора активно участвовала в озеленении экономики Ганы. Ну и могу сказать, что в 2021 году, когда эта программа была запущена, никто тогда не знал, что диаспора так активно будет участвовать. Но действительно, подключились все, представители всех рас, всех социальных слоев, из Великобритании, из Нидерландов было много участников, очень много представителей диаспоров. И мы должны закрыть
недостаток знаний. Я знаю, что очень... что иногда не хватает знаний. Иногда эти знания нужно как можно быстрее передать инвесторам, предпринимателям, мобилизовать ресурсы для того, чтобы можно было инвестировать в малый и средний бизнес, развивать циркулярную экономику, зеленую экономику, также развивать доступ к финансам. Программа – это 8 недель, и используются разные форматы, используются практические примеры, местные предпринимательские инкубаторы. И я сама занималась инкубатором для бизнеса, для компаний в сельском хозяйстве, в возобновляемых источниках энергии. То есть бизнес работает, и диаспоре очень легко таким образом получить доступ к этому новому знанию. Конечно, это программа, которая рассчитана на несколько недель. Есть практические занятия. И осуществляется поддержка инвестиционная после обучения. Изучаются возможности для ведения бизнеса. Вот те модули, которые мы в этой программе освещали. Бизнес-модели, финансовые основы бизнеса, бизнес-ангелы в Гане и так далее. So this is the ecosystem that we envisioned. On one hand, we have the green economy that has all these businesses that are being created. То, к чему мы стремимся, мы развиваем бизнес, бизнес, который часто создается с нуля людьми, у которых ограничены ресурсы, и диаспора в этом участвует, благодаря своим знаниям, которые у нее накоплены, потому что в диаспоре есть много хороших специалистов. И, конечно, в первую очередь акцент у нас на малом и среднем бизнесе. И инвесторы из диаспоры оказывают поддержку бизнесу. Что происходит после обучения? Ну, на самом деле, первые инвестиционные инструменты мы разрабатывали в форме кооперативов. И конечно, это позволяет стартапам начать свою работу. Конечно, вы должны привлекать и инвестиции в компанию, ну и корпоративная модель часто подходит диаспоре, потому что кооператив объединяет людей, специалистов, инвесторов. И инвесторы таким образом могут
лучше понимать, во что они инвестируют, они становятся участниками стартапов. И это то, что вот я могу сказать о нашем кооперативе. Наш кооператив находится в Нидерландах. И наша управляющая организация занимается распределением ресурсов. Инвесторы участвуют в обучающих мероприятиях, в тренингах. Компания ZDBV этим занимается. Принимаются инвестиционные решения. И через кооперативную организацию осуществляется финансирование. К сожалению, очень плохой звук выступающий. Это наше руководство. Дидрик, он живет в Нидерландах, он из Карибских островов. Катарина, она немка, она тоже хотела участвовать. Дэвид Буатенг из Ганы. И я помогаю в управлении. И в этот кооператив присоединяются отдельные люди, компании, группы. Он открыт для всех по всему миру. И конечно, один ангел-инвестор не может сделать все сам. И наш кооператив всегда готов помочь. Первые пилотные проекты были в Гане. И вот опять пример с пластиком. Наша компания занимается, например, сбором пластика даже в очень отдаленных районах Ганы. Этот пластик перерабатывается, и затем он снова используется в производстве, производственные процессы, которые не наносят ущерб окружающей среды. Есть еще примеры бизнеса, который управляется женщинами, например, и в предыдущие, например, сельскохозяйственный бизнес. Прошу прощения. Наверное, я уже слишком затянул свое выступление. Я завершаю. Это общая схема того, как диаспора помогает улучшить ситуацию. Диаспора помогает запустить бизнес, помогает проводить обучение. Через диаспору производится инвестирование, предоставляется общественный капитал. То есть, таким образом, к сожалению, очень плохой звук, внешние помехи. У нас есть отдельная зерновая программа для Ганы, для Кении. И следующий проект начинается в среду. На этом у меня все. Большое спасибо. К сожалению, очень плохой звук. И мы готовы предоставить дополнительную информацию. И надеюсь, что вам лучше понятно, как можно на практике поддержать развитие зеленой экономики. И не обязательно в той стране, откуда вы родом, но и в той стране, где вы живете. Большое спасибо. Спасибо, Фрида. Действительно, вы провели настоящий мастер-класс. В понедельник у нас
будет что-то похожее. Наш партнер из Ирландии по нетворкингу проведет. И ваша презентация — это на самом деле мастер-класс о том, как реализовывать подобные инициативы. Действительно, очень много конкретных советов того, как конкретно вы можете влиять на ситуацию. Конечно, есть проблемы, связанные с нехваткой знаний. Иногда есть желание поддержать, но нет знаний. Большое спасибо. Мы благодарим вас за то, что вы смогли. Мы были очень расстроены вначале, когда узнали, что, возможно, вы не сможете участвовать, но у вас все-таки получилось. И прежде чем мы вас отпустим, к сожалению, очень плохой звук, я хотела задать один вопрос. Вот вы участвуете в этих инициативах, вы диаспору представляете. Почему? Вот что конкретно могут сделать правительства? Правительства могут подготовить стратегии, программы. Но у вас же есть опыт. Может быть, есть какие-то конкретные действия? И что может быть? Да, большое спасибо. Конечно. Мы практической работой занимались с правительствами. Очень много можно сделать для того, чтобы оказать помощь. Инфраструктура – это то, что очень важно. И необходимо, наверное, подумать о том, как облегчить жизнь для диаспоры. Часто, когда мы говорим о правительстве, о диаспоре, мы знаем, что вот есть диаспора в западных странах, в европейских странах, но на самом деле, вот если мы говорим про Кению, диаспора присутствует практически везде. И мы можем подумать о том, как запустить инфраструктуру, что можно сделать, чтобы облегчить работу для диаспоры, облегчить инвестирование для диаспоры. И это один момент. Конечно, можно подумать о проведении каких-то дополнительных действий. К сожалению, очень плохой звук. То есть важно создавать программы, запускать программы, рекламировать их и привлекать к ним участников. И тогда это помогает вас вовлечь в процессы, и процессы станут гораздо более эффективными. Да, конечно, большое спасибо. Потому что для инвесторов важна политика, важны инвестиции. Даже вопросы гражданства могут играть роль, потому что вы можете попадать в какую-то другую категорию для инвестирования. И инфраструктура, вот о чем вы говорили, это как раз то, что помогает нам экспериментировать, помогает нам лучше реализовать разные инициативы. Большое спасибо, Фрида. И пожалуйста, коллеги, формулируйте вопросы, а пока мы посмотрим видео, очень важное видео, которое дополняет презентацию Амелии. Господин Джитоко Джакулеву подготовил его.
высокий комиссар Фиджи в Великобритании и Северной Ирландии, посол в том числе при Ватикане, при Марокко, в Великобритании. Пожалуйста, давайте послушаем и сформулируем вопросы, можно будет в чате. Уважаемые выступающие, господин Томас, госпожа модератор, госпожа Фрида, ваше превосходительство, дамы и господа, я представляю Фиджи, и я очень рад возможности выступить на этой сессии, которая посвящена вопросам климата, экологии, социально ориентированного управления инвестициям. Это очень важные инструменты для развития и роста Фиджи и для большинства небольших развивающихся государств. И на развитие Фиджи всегда очень помогала диаспора, особенно в том, что касается денежных переводов, сбережений. И инвестиции всегда были очень важным источником финансирования. Был сделан обзор в Великобритании фиджийской диаспоры в 2017 году. Это важное исследование для того, чтобы лучше понять устройство диаспоры в Европе и понять, как это помогает нам максимизировать взаимодействие с диаспорой и помогает лучше мотивировать людей, помочь им инвестировать. И в результате этого исследования стало ясно, что 94% всех респондентов отправляют деньги семьям, своим друзьям. И многие из них заинтересованы в инвестициях в Фиджи. И, конечно, все это зависит от... Все это происходит на благо семьям, друзьям. Очень часто направляются банковские переводы через электронные службы. И в результате мы услышали, что большинство сказали о том, что они заинтересованы в инвестициях в Фиджи, но многие заявляют, что пока у них нет каких-то сбережений в стране, что их интересует недвижимость, сельское хозяйство, рыбная ловля и лесное хозяйство. Где-то четверть не знает, хотят или нет они инвестировать в Фиджи. Вопросы, связанные с управлением, являются препятствием. Очень многие заявили о своей заинтересованности в инвестициях. Есть заинтересованность в предпринимательстве. И лишь немногие смогли бизнес запустить. То есть мы видим, что есть определенные наработки, что можно многое улучшать. И есть необходимость проводить дополнительные исследования, изучать демографические последствия. И наше правительство уже работает с Международной организацией по миграции для того, чтобы разработать такую политику, которая помогла бы нам наша программа улучшить. Спасибо большое за это видео. Действительно, так удивительно, что у нас тут получается услышать всех представителей всего мира. Я вот хотела поблагодарить его превосходительство посла, но забыла, что это всего лишь запись.
Но в любом случае, передавайте ему нашу благодарность за то, что это видео было подготовлено. Действительно, это очень интересная тема. И мы призываем вас задавать вопросы. И со многими из вас мы уже знакомы. И я знаю, что коллеги из ФАО, например, с нами связывались. И да, действительно, мы хотели, чтобы они тоже смогли выступить. Пожалуйста, Доминика. Да, я надеюсь, что меня слышно. Большое спасибо, Марина, большое спасибо за возможность выступить. Очень интересная сессия, очень интересные были выступления из Фиджи. И действительно, мы должны развивать наши отношения, способствовать инвестициям. Возможно, вы знаете, что ФАО – это организация, которая позволяет организовать своего рода мост между разными организациями. И, например, в Таджикистане ФАО поддерживает Министерство труда и занятости, предоставляя гранты для поддержки сельского хозяйства, для улучшения сельскохозяйственного климата, для улучшения ситуации с диаспорой. Эти инвестиции позволяют нам реализовать проекты во многих странах, в Сальвадоре, Армении, Кыргызстане. И в Уганде мы занимаемся тем, что поддерживаем инклюзивный диалог. Помогаем развивать сельскохозяйственный бизнес, инвестиции. И после этого мероприятия мы будем проводить и дополнительные мероприятия, где вы получите дополнительную информацию. И вопросы адаптации к изменениям климата очень важны. Могу сказать еще, что для того, чтобы полноценно использовать потенциал диаспоры, мы должны поддерживать диаспору в сельском хозяйстве и в устойчивом развитии, информировать их о возможностях для инвестиций в зеленую экономику и так далее. И я хотел бы поблагодарить вас еще раз за возможность выступить здесь. Большое спасибо. Thank you very much. Большое спасибо. Я даже не знаю, почему мы не можем сказать вам спасибо. На самом деле у нас еще полчаса остается для обсуждения. Большое спасибо, Доминик. Итак, очень интересно, что такие организации, как наша, мы работаем с вовлеченностью диаспоры уже много десятилетий, у нас были программы по возврату или помощи возврата высококвалифицированных граждан в свои страны происхождения. Но что особенно интересно в том, что происходит последние годы, это акцент на конкретные сектора экономики. Как говорил, например, Фрида, инициирование таких программ, примеров, где все очень конкретно.
все очень специфично. То есть конкретная ситуация страны, сообщества, общины. И тогда это становится очень материальным, чем-то очень предметным. Это можно обсуждать в качестве примера, которому можно следовать. Большое спасибо, Доминик. С точки зрения других выступающих, которые хотели взять слово, у меня Питер Кох из Ассоциации Конфедерации глобальной диаспоры хотел также подключиться. Поэтому теперь, Питер, у вас есть такая возможность. Вы можете поделиться своими соображениями, замечаниями по содержанию сегодняшнего диалога. Большое спасибо, Марина. Надеюсь, что все выздоровеют очень скоро. Для меня огромная честь присоединиться к вам сегодня, потому что немножко личного. Когда я был совсем маленьким, я поехал в Шотландию. Там я учился. И у меня там были попечители, потому что я был несовершеннолетним. И моим попечителем был человек из Фиджи. И я с ним жил в этом приемном доме и поглощал всю эту культуру и культурные особенности, впитал в себя, можно сказать, с атмосферой этого дома. И поэтому очень приятно было познакомиться с командой из Фиджи. Ну вот если взять меня в качестве примера, мне интересно, может быть, организации диаспоры могут послужить такими послами доброй воли для того, чтобы сводить людей друг с другом не только через инвестиции или через импакт-инвестирование, но через такие побратимства. И я вот сам хочу теперь поехать на Фиджи и посмотреть, где мой учитель там, где мой покровитель, и в то же время попечитель, наставник. И хочу задать такой вопрос. Есть ли какие-то возможности для будущего поколения вовлечься в эту работу, в участие диаспор? У нас еще два больших проекта. Например, вот в нашей конфедерации глобальных диаспор мы объединяем диаспоры и организации диаспор с разных концов мира для того, чтобы укрепить связи между организациями диаспора и заинтересованными сторонами, включая международные организации, национальные правительства, местные сообщества. И это возможность для нас выступить, показать и представить вашему вниманию людей, которых представляем мы. Мы также думаем об импакт-инвестировании. Существует огромное количество возможностей и примеров. С нашей точки зрения, нашей конфедерации, мы хотим продвигать как можно больше ту хорошую работу, передовую практику из разных стран, которую наработали организации диаспоры. И, конечно же, делиться проблемами, потому что мы знаем, что не только есть достижения, но и трудности, есть проблемы, есть вызовы, и в изоляции решить их невозможно. Поэтому я хочу напомнить вам, если есть какие-то возможности, вы можете к нам обращаться за помощью. Мы можем сводить воедино еще большее количество организаций диаспор, теперь из Фиджи и из других стран, чтобы они почувствовали это воздействие, которое имело организация Фиджи, организация диаспор на другие страны. Большое спасибо за эту возможность, за этот шанс поделиться своими соображениями. Спасибо. Спасибо, Питер, за ваше выступление и за то, что вы делаете в своей конфедерации, когда вы объединяете совместно различные организации диаспоры из разных стран. Для нас это было очень важной вехой, потому что все мы понимаем, что есть различные организации диаспор в разных странах мира, каждый занимается прекрасной работой. И вот тем, что поделилась Фрида, очень хорошо делиться с другими для того, чтобы мотивировать их на поступательное движение вперед. Но не всем так везет, не у всех есть такие зрелые организации диаспор, которые могут стать мощными игроками на этом поле. Но потенциал имеется.
Поэтому если мы можем свести воедино опыт всех этих организаций, учиться друг у друга, укреплять эти связи, это будет замечательно. То есть не говорить, что работа не проводится, а думать о том, как сделать эту работу более эффективной, более результативной. И, конечно, сессия, которую мы приготовили на понедельник, в понедельник, просто сейчас я вам предварительно скажу, чем мы будем заниматься. Когда начинается министерский сегмент в понедельник после открытия, у нас будет сессия обмена опытом, извлечения уроков из опыта организации диаспор, особенно тех, которые организованно, структурированно смогли вовлечься в эту работу. Может быть, из такой страны, как Фиджи. У меня, например, никогда не было возможности посетить Фиджи или узнать о том, чем они там занимаются. Но когда люди переезжают в другую страну, они становятся сами доброй воли, не только культуры, но и навыков, профессиональных возможностей представителей диаспоры. Поэтому 4 апреля мы этим будем заниматься. Спасибо. А теперь, может быть, дать Амелии возможность отреагировать, если она хочет, или другие представители Фиджи, там так было много личного сказано. Пожалуйста, если кто-то хочет. Кто-нибудь с вашей стороны хотел бы взять микрофон, сделать какое-то замечание, связанное с тем, что сказал Питер, или по каким-то другим вопросам? Если нет, то передам, открою прения. Нет, микрофон у вас закрыт. Микрофон работает. Мне кажется, что у вас на компьютере микрофон закрыт. Опять же, не слышно. Мы не слышим вас. Не слышим. Звука нет. Раньше мы слышали. Может быть, связь была потеряна, когда видеоролик проигрывался. Давайте сейчас посмотрим на нашу карту. Есть ли какие-то вопросы? Кто-то поднимал руки, кто-то хотел прокомментировать, задать вопрос, отозваться о том, что говорили раньше. Может быть, Таня хотела бы выступить? Что там в чате происходит, Таня? Расскажите нам. Не вижу никаких замечаний, не вижу ничего. Пока ничего, да? Ну, хорошо. В таком случае большое спасибо. Тогда давайте продолжим. Постараемся подбадривать наших коллег. Пусть они возьмут эту возможность, используют ее для того, чтобы задавать вам вопросы, делиться опытом. Вот можно задавать вопросы Доминику из ФАО, Питеру, который только что выступал. Но пока, может быть, мы перейдем к следующему вопросу, который мы хотели осветить, которым мы хотели заняться. Следующий вопрос для обсуждения. И, может быть, поставить этот вопрос аудитории. Узнать у вас, какие ответы имеются на этот вопрос. Давайте посмотрим. Давайте не будем говорить, остановимся немножко на импакт-инвестировании. Это интересная тема, новая тема для инвестиций. То есть это прибыль с целью, капитал с совестью, потому что здесь акцент делается на импакте, на воздействии. Это растущий сектор, растущий бизнес. Здесь, в Швейцарии, есть достаточно много организаций, которые продвигают себя как импакт-инвесторы. То есть это организации, которые могут помочь инвесторам оценить свои инвестиционные возможности, соответствуют ли они социальной повестке, экологической повестке, управленческой повестке. То есть целый ряд организаций создает индексы для измерения соответствия, на предмет соответствия. И, конечно же, ЦУР, повестка 2030, дает хорошую возможность двигаться далеко, намечать высокие ориентиры. Но также есть необходимость чего-то материального. То есть давайте послушаем аудиторию. Есть ли желающие из аудитории что-то сказать? Кто бы готов был откомментировать заявление, которое я предлагаю, что инвестиции, инвесторы диаспоры являются лучшим
воплощением импакт-инвесторов. И у меня есть собственная теория, объяснение, почему это так. Но я хотела бы узнать, согласны ли вы с этим заявлением или не согласны. Пожалуйста, ваше мнение. Этот вопрос созвучен тому, что вы думаете? Кингсли, я хочу обратиться к вам, если других добровольцев нет. Я хотел, кстати, высказаться о Ронни Коне. Помните, кто? Сэр Ронни Кон, отец венчурного капитала, египтянин. Когда ему было 9-10 лет, он переехал сюда. Он представитель диаспоры. В Оксфордском университете возглавлял университет и говорил о социальных воздействиях. И он говорил о цунами того, что происходит в области импакт-инвестирования. И пример привел того, что было в 20-е годы, когда вы сравнивали одну компанию с другой и просто смотрели на их счета, финансовую отчетность. Но не было никаких общих стандартов финансовой отчетности. Потом Национальная комиссия по ценным бумагам США создала такую систему стандартизации GAAP. И вот он такой же, а то же самое говорит сегодня об импакт-инвестировании. Вот пенсионные фонды, например. Глобально пенсионные фонды обладают триллионными долларами инвестиционных денег. И они будут использовать этот процесс оценки компаний на предмет инвестирования согласно тому воздействию, которое эти компании оказывают на общество, на экономику, на климат. И мы должны к этому готовиться, потому что это скоро наступит, этот цунами скоро нас, как говорится, захлестнет. И поэтому, когда мы говорим об инвестиционных агентствах здесь, в Великобритании, говорят, что теперь вот это такая призма, через которую все смотрят на инвестиции. И поэтому сейчас очень важно и правильно заниматься этой темой, потому что эта тема будет только разрастать. Она будет становиться все более и более важной. И все будет определяться на лакмусовую бумажку воздействия. Вы согласны со мной, что инвесторы диаспоры являются наилучшим воплощением импакт-инвестирования, обладают такими характеристиками, которые действительно соответствуют импакт-инвестированию? Как связать влияние и привлечение диаспоры к работе и импакт-инвестирование? Я хотела бы сказать, что да, но у меня нет доказательств. Вы сказали сегодня утром о том, что вы одержимы страстью к фактам, к цифрам. И у меня нету этих доказательств. То есть я знаю, что большие организации в основном интересуются прибылью и очень мало заинтересованы в том, как это влияет на общество и так далее. Но у меня нет статистики знать, думают ли они о воздействии. Воздействие социальным, воздействие экологическим и так далее. То есть пока я не могу ответить однозначно на ваш вопрос, являются они лучшим воплощением импакт-инвестирования. То есть мы должны думать, что движет инвесторам, только финансовая прибыль или все-таки воздействие на общество. Но я все-таки считаю, что мое замечание действительно правдиво. Почему? Я объясню это. И, наверное, покажу Паула. Генрик, вы держите руки, а потом вы их опустили. Вы хотели высказаться или нет? Как интерпретировать ваши поднятые, а потом опущенные руки? Здравствуйте всем. Добрый день. Я поднял очень быстро руку, потому что ваш вопрос застал меня врасплох. И я пытался немножко развить свои мысли. Один ответ или ключ к ответу о том, насколько диаспора связана с импакт-инвестированием, какая связь между ними существует с такого рода инвестированием. Импакт-инвестирование, о котором шла речь раньше, тот факт, что диаспоры или общины диаспоры являются общинами, которые, на которые очень сильно повлияло, или они представляют тип материальности для тех корпораций, которые действуют глобально. Возьмите, например, компании,
связанный с туризмом, с индустрией туризма, или с переводами, которые выбирают проекты, с которыми нужно работать. Часто это какие-то местные проекты, которые воздействуют на местную общину, но они не смотрят на диаспоры, которые являются их клиентом. Я не уверен, отвечает ли это на ваш поставленный вопрос, но, по крайней мере, хотел бы выслушать ваши точки зрения, на взгляды на то, что я пытался сказать. Действительно, большое спасибо. Действительно, у нас этих знаний нет, у нас нет этих доказательств или фактов, как сказал Кингсли. Большое спасибо, Кингсли. Кингсли тоже является долгосрочным партнером нашей организации, нашим другом. Он помогал нам оформить саму идею вовлечения диаспоры в нашей организации. Он в области филантропии, инвестиций работает очень давно. И в понедельник пройдет мастер-класс, который он будет проводить. Итак, Пол, большое спасибо. Извините, что я заставила как бы вас выступить. Но этот вопрос, который овладел мной уже давно. Когда мы говорим об инвесторах, традиционные инвесторы были людьми, которые вкладывали свои деньги для того, чтобы извлечь финансовую прибыль, маржу. Потом они рассчитывали, насколько она высока. Потом они, может быть, перераспределяли деньги в другие сектора. То есть самое главное соображение было прибыль. И эта система до сих пор, которая доминирует в мире, это система или это одержимость цифрами, цифрами ВВП и так далее. И очень мало уделяется внимания воздействию таких инвестиций на окружающую среду, на общество, на другие аспекты. Когда мы говорим о диаспоре в качестве инвесторов, мы считаем, что именно они готовы рассчитывать свои инвестиционные стратегии, принимая во внимание более высокий риск. Они более готовы к потерям, например, при своих инвестиционных возможностях, потому что они даже считают, что если эти инвестиции носят рискованный характер, из-за того, что это страна их происхождения, они готовы пойти на этот высокий риск. То есть они более ориентированы не только на финансовую прибыль, но и на другие последствия. То есть это совершенно новая область. Как вовлекать диаспору в импакт-инвестирование? Это еще вопрос. Как вовлекать их в зеленые инвестиции, как вовлекать их в борьбу с изменениями климата. Интересная тема, новая тема, которая требует более глубокого анализа. Теперь хочу понять, есть ли еще какие-то руки, пожелания высказаться. Я вижу, что по-французски какой-то идет обмен в чате. Я не могу сейчас прочитать это на французском. Кингсли, Амелия, к вам обращаюсь. Есть ли у вас какие-то замечания, которые вы хотели бы сделать? Мы можем с вами сейчас наладить связь с Фиджи? Если хотите, я перевести то, что сказал чат, на английский язык. Хорошо, давайте сначала послушаем Амелию. И хочу послушать, насколько там аудиосвязь налажена. А потом перейдем к обсуждению вклада чат. Амелия, пожалуйста, вам слово. We have the audio, yes. I'm going to thank the diaspora organization who had commented on this experience. Большое спасибо организации, которая прокомментировала наш опыт. Большое спасибо. И мы согласны с тем, что они сказали об укреплении. Совершенно невозможно переводить, потому что очень плохая связь. В Сиднее что-то такое там с фиджийской диаспорой происходило. Там наша диаспора очень активно действовала и носила более структурированный характер, вся ее работа, более институциональный характер. Поэтому я согласна с тем, что было сказано ранее. И проходит большая работа с национальными правительствами с точки зрения формализации, институционализации таких структур. То
То есть это также возможность будущим поколениям сделать больше. Это, именно здесь существует пробел. Молодежь еще недостаточно вовлечена в такую работу. И вот как раз в Сиднее и в Лондоне мы сейчас пытаемся делать акцент именно на продвижении участия молодого поколения. Действительно, в каждой стране есть собственный список целевых стран. Для вас это Великобритания и Австралия, и ваша диаспора там наиболее активна, с которой вы взаимодействуете, близка вам. Но у нас также видеоролик из Фиджи, который мы проиграем в конце нашей сессии. Но до того, как мы это сделаем, давайте обратимся к моей коллеге Тане Дедович, специалисту по кочевым народам, специалисту по вовлечению диаспоры. Мне хотелось бы, чтобы она прокомментировала, какой обмен мнениями идет в чате. Может быть, просто очень коротко, какие вопросы там поднимаются? На самом деле, господин Уман Ага поделился с нами следующим, что диаспора, ее вовлечение в развитие в Чаде находится в зачаточном состоянии. В то же время он подчеркивает, что непрямым способом, в основном на уровне личных связей, диаспора из Чада вносит свой вклад, достаточно значительный вклад, в основном в поддержание своих семей, семейных связей, через семейные связи, через переводы денег. Мы это видим неоднократно, когда вовлеченность диаспоры связана с семейными связями, с очень местным личным уровнем, прежде всего, с местным сообществом в Чаде, например. Диаспора. Это все находится в эмбрионном состоянии, только в самом начале этого пути. То есть они заботятся о своих семьях прежде всего, а потом уже обо всем остальном. Большое спасибо, Таня. Я не знала, что можно написать так много замечаний в чате. Но это была очень хорошая презентация. Была хорошая презентация тех замечаний, которые люди пишут в чате. И, конечно же, мы знаем, что есть конкретные люди в диаспоре, а может быть, даже организации, которые проживают за пределами страны, которые с интересом поддержат целый ряд инициатив. Желаю вам всех всяческих успехов. Именно поэтому на саммите мы собираем опыт самых разных стран, самых разных диаспор, для того, чтобы понять, какие у нас есть общие проблемы, ну и какие можно вычленить общие решения. Прежде чем мы расстанемся, было замечательно поучаствовать в этой сессии вместе с вами. Хочу обратиться к коллегам из Фиджи. Пусть они проиграют нам видеоролик, потому что мы попросили в качестве заключительного аккорда проиграть этот ролик, потому что мы знаем, что одним из соорганизаторов и сопредседателей этой сессии было правительство Фиджи. Продолжайте взаимодействовать друг с другом и на сессиях, и в двустороннем порядке. А теперь давайте послушаем или посмотрим видеоролик. Нет, извините, качество. Чего мне не хватает? Моей семьи в Австралии, моей дочери, моего сына, больше всего моего дяди Вильяма в Австралии, который был таким большим шутником. Я очень скучаю по своей дочери. Для отца дочь – это самое ценное. Я свою тетю Лоту, о ней скучаю, потому что она теперь живет в США. Мы обычно ездили вместе на рыбалку. Я хочу рядом с ними стоять. А я думаю о своей бабушке и дедушке, которые теперь живут в Австралии. Я хочу их обнять. А я думаю о своей матери, которая сейчас живет в Австралии. Жалко, что ее теперь нет с нами. А я о своих двоюродных братьях и сестрах. Мне так хочется всех их обнять. Мне тоже хотелось бы всех их обнять и послушать их шутки. Когда мой деверь уехал из Фиджи, мне так его не хватало. Ах, я надеюсь, что мы все-таки когда-нибудь сможем вместе поехать на рыбалку.
А я надеюсь, что я выиграю очень много денег, и мы сможем увидеться. А бабушка и дедушка, я очень по вам скучаю. Надеюсь, что мы скоро встретимся. Мам, надеюсь, что ты видишь это видео, смотришь это видео. Я очень по тебе скучаю, я тебя обожаю, люблю. И надеюсь, что очень скоро увидимся, мама. Это послание всем нашим семьям, которые находятся за рубежом. Мы очень по вас скучаем. Давайте надеемся, что в скором будущем мы увидимся в Фиджи. Привет из Фиджи! Спасибо. Большое спасибо всем. Замечательно было провести вместе с вами время. И теперь нам еще предстоит немало сессий. Большое спасибо всем экспертам, Амелии, правительству Фиджи. Желаю вам здоровья и счастья. Всего хорошего. До свидания. Bye. До свидания, до свидания.